Всем привет из Португалии! Сегодня я буду готовить пирожки с отварным мясом. Очень быстрый рецепт. Для этого нам понадобится одна луковица. Я ее сейчас буду обжаривать. Я луковицу нарезаю мелкими кусочками. Одна штука. И потом буду обжаривать на подсолнечном масле. Лук молодой. Ой! Вот так, молодой лук, поэтому одна луковица, мясо отварила просто в подсоленной воде, и потом это буду жареный лук, отварное мясо перекручивать в мясорубке. Но я мясорубку не буду доставать, у меня есть еще другая такая машинка, сейчас я покажу, какая в ней. Быстрее это делать, потому что потом мыть эту мясорубку. Короче, мне надо быстро. Обжариваю большую луковицу на подсолнечном масле. Немного подсолнечного масла. Сильно зажаривать не надо. До золотистого цвета. Немного. И потом это смешиваю с отварным мясом. Сейчас я покажу. Вот я уже отварила мясо, свинина, можно говядина, можно куриное, любое мясо. Вот, и потом я это все смешаю и перекручу на машинке или на мясорубке. Сейчас я буду перекручивать мясо. Можно в мясорубке. Мне в мясорубке даже больше нравится. Но не буду доставать я мясорубку. Лук я сейчас буду выключать. Вот, я не люблю, когда он сильно там зажарится. Немножко так прихватилось. Все. Сейчас я буду его вместе с мясом смешивать в машинке и буду перекручивать. Так, выключаем. Сейчас я буду взбивать. Вот так получилось. Я еще немножко досолю, потому что малосольная. Добавлю сюда петрушку сухую, можно зелень, и свежую, и сухую, какую кто любит добавлять. И поперчу там тоже перец черный немножко. Все, теперь надо это хорошенько вот так перемешать. Фарш получился. Сейчас я покажу, какие листы я покупаю. Я покупаю в Алди. Здесь есть магазин Алди. Я там беру такие листы. Вот они. Вот такие. Здесь 8 штук. Вот. Вот такие листы. Тоненькие. Беру так лист. И вот так намазываю.
Ну, так много не намазываю. Ну, можно чуть больше, чуть меньше. Вот так. Все. Вот. Вот так делаю. Можно меньше немножко. И вот так заворачиваю их. В треугольнички. Вот так. Получается вот такие вот треугольнички. Все, блинчик готов. Складываю вот так на тарелочку. Сейчас я их все перемажу. Сложу на тарелочку, потом буду жарить. Пирожки я уже сделала. Вот получилось 8 штук. Сейчас буду сюда, в тарелочку, яйца вобью. Вот, и потом покажу, как я дальше буду делать. Так, взбиваю вот так яйца. А сильно взбивать не надо, так просто перемешать это все. Сковородку я уже включила. Так, на всю вытяжку надо включить. Так, я налила подсолнечное масло. Сейчас вот так обмакиваю блинчик вот так хорошенько в яйцо, вот так, чтобы хорошо, вот, и потом кладу сюда на сковороду жариться. Огонь можно поменьше сделать, чтобы они не сгорели. Вот такой получился у меня пирожок. Сейчас я его разрежу. Покажу, какой он получился внутри. Вот такой. Ну-ка, сейчас попробую. Покажи вот тут. Вот такой получился пирожок. Очень вкусный. Такой нежный-нежный. И быстро делать его. Очень вкусный пирожок. Мне очень понравился. Готовьте. Всем приятного аппетита. И пока-пока.